Всех приветствую на своем канале. Сегодня, сейчас мы будем улучшать такие вот рации. Вот я это уже улучшил. У них ТЦМ, что ли? ТЦМ, вот. Как-то так. Будем улучшать сигнал действия. Вот таким вот антенным кабелем. Вот. Вот я отрезал вот так. Такой большой кусочек. Я с каждой стороны надо его вот так вот Так, вот первый слой мы тут. Вот так вот. Вот у нас получилось вот так вот. Теперь надо вот эти вот контакты, медные жилки, все спаять.
сама рация. Нужно снять себе заднюю крышечку. Поэтому будем вот сюда вот. Вот так вот. Вот так вот пойдем. Вот я припаял. Теперь нужно обратно надеть заднюю крышку. Так, теперь прикручиваем. Вот так вот. Крутили. Сейчас вот сюда вот и сюда для крепкости привяжем вот изоленту еще. Такая вот. Да.
Так, и сейчас вторую по сравнению вот с ней. То я сделал специально такую большую для огромного сигнала. Изначально у вот этих это тоже включилось. Вот. Здесь передается. Кстати, этот писк, это такое случается, вот когда две рации вблизи, вот. Прием, прием. Как слышно? Прием. Прием, прием. Как слышно? Ну вот, здесь звук хорошо передается, с динамиком все хорошо. Если вы хотите видео с этими рациями, чтобы я проверил с друзьями, какая максимальный их радиус теперь, вот, то налайкайте, сделайте 4 лайка, и будет это видео. Ну, или 5 комментов по типу «Сделай проверку этих раций». Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.